В Тбилиси второй раз за месяц зафиксировали повышение содержания твердых частиц в воздухе. По данным Национального агентства окружающей среды, на его качество влияет строительная пыль и выхлопные газы. Похожая ситуация и в других крупных городах. Ранее в стране ориентировались на розу ветров, специальную диаграмму воздушных потоков. Сейчас же в Тбилиси, по мнению специалистов, отсутствует естественная вентиляция воздуха. Юлия Тужилкина продолжит тему. Смог, выхлопные газы и недостаток зеленых зон. Тбилиси столкнулся с проблемой естественной вентиляции воздуха. Повышенное содержание твердых частиц в столице Грузии за прошлый месяц фиксировали дважды. В безветренные дни жители жалуются на то, что им нечем дышать. О воздухе, что могу сказать, немножко загрязненный. Немножко. В центре, да, конечно. Но когда проветривается, то легче дышать. Да, есть, естественно. Я согласна с этим. Воздух в Тбилиси загрязнен, потому что завозят старые автомобили, у которых выхлопные газы превышают норму. Также разбрасывают мусор в реке Куре и по улицам. И с этим ничего не делают. Тбилиси расположен в котловине, в долине реки Куры и окружен с трех сторон горами. В 70-х годах прошлого века для города определили розу ветров. Векторную диаграмму, показывающую режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям. При строительстве зданий тогда учитывали потоки воздуха с гор, а также оставляли незастроенными берега маленьких рек. Это обеспечивало естественную вентиляцию. На сегодняшний день из-за хаотичного строительства в 90-е, ну, к концу 90-х годов и уже в 21 веке, в конечном счете многие вот эти потоки перекрыты за счет этих зданий. И роза ветров полностью изменена в городе, никто не проводит исследования в этом направлении. Мы говорим, что загазованность в городе усугублена тем, что не происходит природного проветривания, которое необходимо было для города. Особенно сложно приходится летом, когда Тбилиси накрывают тепловые волны. По инициативе неправительственных организаций и требованиям Евросоюза, сейчас государство разрабатывает план действий для эффективного очищения воздуха столицы и других крупных городов страны. Юлия Тужилкина, Шалва Сурмилашвили, 24 КЗ, Грузия, Тбилиси.